В этом году Пасха выпадает на майские, поэтому не удивляйтесь, если возле церкви будет пахнуть не ладаном, а шашлыком. Тем более, если туда нагрянет знакомая нам хабалка. Давайте посмотрим. Господи, наконец-то мы сегодня поедим! Боже мой, 48 дней этого поста! Даже не верится, что мы весь пост выдержали. Ой, кажется, голова кружится. Эй, вот молодежь слабенькая пошла. Я вот пост с ноября держу. А почему с ноября? Ну, как отопление включили, так и держу. Бабка, где б твоя проблема? А ты что, алкаш, возле церкви делаешь? Ее миленькую светить пришел. Водку светить грех. А это не водка. Это незамерзайка. Ну, может, незамерзайку и можно, кто их знает. А значит, кошачий корм не грех светить. А у меня Барсик крещеный. И Мурка крещеная. И Кася крещеная, и Буська крещеная. Ты уже даже животных крестит? Таких, как ты, нет. Ой, батюшка, батюшка идет. Все. Ой, батюшка. Ой, сейчас освятит. Ой, сейчас освятит. Желаю всем здравствовать. Здравствуйте, всех батюшка. С великим праздником. Готовы? Да, конечно. Тогда начнем. А ну, стоять! Стоять всем, Толя! Ага. Толя, давай быстрее, батюшка уже светить начал, давай. Бегу, бегу, Галюнчик. Сколько я раз просила тебе говорить, не называй меня Галюнчик. Галюнчик — это туалет на корабле. А я у тебя Галюсик. Понял, Галюсик. Ага. Так, все в порядке, очередь. А что это вы? Впереди. Я занимала. Когда? Это я с 5 утра тут. А я... С того года тут. Ага. Женщина, я не понимаю, почему вы в церковь пришли с непокрытой головой? Гость, точно. Толя, это из-за тебя. А что это из-за меня? А то это ты вон без платка. Я посмотрела на твою дурную башку и забыла платок. Так а что теперь делать-то? Что делать? Снимать штаны да бегать. А, понял. Да подожди ты. Малохольный. Это шутка была. А. Я вон у женщины одолжу. Женщина, вы, что вы делаете? Господь говорил делиться с ближним. Да ладно ты, я освещу и верну. Так. Ой, кстати, у вас что тут? Вкусные пасочки. Женщина, что вы себе позволяете? Ой, что я себе позволяю? Такое в церкви вообще нельзя произносить. Кстати... Невкусные. Не? Наши магазинные вкуснее. О. Бабуля, а у вас там что? Угощайся, доченька. Алло. Что-то вкус какой-то странный. С морковкой и беконом. Барсика любимые. О, Толя. Запоминай, что надо в следующий раз к пиву брать. Слышь, незамерзайку будешь пробовать? Вот ты хамло, незамерзайку, чтоб сразу туда отправиться. Угу. Женщина, я думаю, с таким поведением вам в раю места не найдется. Ой, женщина, да мне в час пик в маршрутке место сидячее находится. Там уж я как-нибудь разрулю. Я великодушно прошу меня простить. Могу я начинать? Да подожди ты начинать! Ты вообще кто такой? Отец Ануфрий. А я мать Галина, и шо? Мы еще продукты не разложили. Толя, раскладывай продукты, людей задерживаешь. Давай. Ага. Кто уже есть хочется. А вы что, тоже пост держали? А шо, по мне не видно? Не, я не держал, а Толя держал за двоих. Не удержал. Угу. Чуть слюной не захлебнулся, когда смотрел, как я хомячу возле холодильника.
Толя, ты что делаешь? Что? Ну куда ты это на пол складываешь? Коронавирус кругом, ну что ты? Господи ты, дай сюда, а? Женщина. Женщина, у вас руки чистые, подержите, пожалуйста. Толя. Боже, как пахнет. Женя, держись. Толя, я тебе сказала с балкона взять одеяло. Так взял я. Какое ты взял? Вот. Я тебе сказала новое взять, а не старое, Толя. Ой, ну Галя. Ладно, давай, вытрусим. Ага. Женщина, что вы делаете? Это же продукты. А вы что схватили наши продукты, а? Давай, и в такой-то праздник. Ай. Да, Толя. Маловатое одеяло мы взяли, конечно. Ага. А, батюшка, а давайте вот вы сначала вот нас всех освятите, а потом к ним вернетесь на просто. Стоять! Все по очереди. А то нам опять воды не достанется. Да, Толя? Ага. Ну-ка, что у вас там, водичка, теплая? Да что вы делаете? Странно. Я думала, рука сейчас зашипит. Толя! А? Ты нафига вот эти вот огурцы взял? Ты что, не видишь, банка вздутая? Вот ты балбес. Воистину балбес, Аля. Вы бы не богохульничали перед батюшкой? А ты не матюкайся. Я-то стерплю. А вот... А что там? О, дождь начинается. Толя! Батюшка говорит, дождь начинается. Давай, выкладывай быстрее, давай. А я думаю, что у меня колени крутят, а? А я что-то не поняла. Толя, а где яйца? На месте, Алюсик. Вот ты антихрист, а. Это в такой-то праздник, Толя, Пасха. Так они крашеные. Ты у меня сейчас дошутишься. Да, есть, есть яйца, что ты. Вот. Смотри, если б забыл, я б твои в лоток положила. Господи, я не понимаю, для чего вот такие вот люди ходят в церковь? Ой, женщина, если честно, раньше ради Кагора ходила, а потом они бодяжить его начали. Так что такое, чисто за компанию хожу. Толя, а? Холодец куда ты поставил? А? Посередине холодец ставь. Я что-то не понял, они Пасхи пришли светить или юбилей праздновать? Толя, сигареты ты куда? С краю положи, Толя! Ага. А гороховая каша где? Да ну, Галя. Пюре гороховое! Да трехлитровка вот такая стояла! Да перестань ты со своим гороховым пюре! Ты, это мое любимое пюре! Да весь дом знает, что оно твое любимое пюре! А тут ты, ну ты, а. Я же им позавтракала, точно. Ага. Я так понимаю, что сегодня все прихожане узнают, что вам нравится гороховое пюре. Ну, на этом все? А, да. Из первой сумки все. Толя, давай вторую. Вот, вторая. Да что ты так долго, Толя? Ты что, Толя, рагу крышка не закрыла? Ну что ты? Да закрывал же! Да не закрывал ты! Я вон врюхалась. Господи ты! Женщина, что вы творите-то? А что я? Жирными руками что ли буду стоять, а? А вдруг я вас обнять захочу? Вот не так? Надо меня обнимать! Я так поняла, я сейчас тут и умру в этой очереди, пока ждем. Заодно меня и отпоете. Никого отпевать мы не будем, тем более сегодня в такой праздник. Сейчас дьякон придет, свеженькой водички принесет. Что вы на меня смотрите? Что? Убить вас хочется? Да не хочется грех на душу брать. Давай я. А что, одним грехом меньше, одним больше? За мной будешь. Батюшка, благословите. На святое дело иду. Давайте мы все успокоимся. Вот дьякон уже водицу принес. Все готовы? Да. Давайте начинать. Толя! Что? Кровянка где? Ты что, кровянку не взял? Толя, да я до 4 утра эту кровянку делала. Кровь в кишки вот так вот запыхивала.
Вон, кровь до сих пор у меня под ногтями, а! Я ее в маршрутке забыл! Да беги быстрее сейчас в маршрутку! Отдал же Бог мужа, давно бы уже с ним развелась. Так нет же ж, в церкви повенчались. Есть! О, молодец. Правда, не наша, ну ладно. Ага, ну, тоже пойдет. На этом все? Можно? А, можно. Давай, брызгай на колбасу. Фух. Все, спасибо, спасибо. Все, побрызгал, ага. Ну, теперь можно и на меня, на рабу твою. Твою мать. Толя! Фу. Толя, где крестик? Ты Толя, его... крестик! Ты одевала его? Ну, конечно, он еще ожог мне оставил здесь. Да ладно, ты его все равно раз в год одеваешь. Это не твое дело, раз в год я одев... Ах, варьё! Ага. А ну, стоять! Карманы выворачиваем! Чего? Выворачиваем, говорю, карманы! Женщина, да что ж вы такое говорите-то? А вы-то что-то глаза вылупили? Рясу задирай! Я говорю, рясу задирай! Вы что такое себе тут... Толя! Почти как у меня. Да ну, Галя, тут же он! А у тебя вот такой! А, то... Бабуля! Вся корга старая. Сперла, да, крестик? Чего? Я думаю, а что ты ее вот так вот к земле притянул, а? А ну, давай, давай, доставай крестик! Галя! А! Так он же у тебя на спине перекрутился. Где? О, о, точно, ладно. Живи, корга старая. Батюшка, что стоите? Только вас и ждем. Меня? Ага. Хорошо. Ё-моё! Толя! Шо? Паска где? Пасочку забыли, мы купили в магазине. Ты что, на кассе ее оставил? Да ладно, Галя, ну... Без Пасхи будем, вон, пускай батон посвятят. Ты что, батоном поминать будешь? Кого? Тебя кого? Да ладно, что ты, на батону так сметану намажем, и все, как Пасха будет. Ты балбесина. Давайте, батюшка, ну уж без Пасхи Слушайте, а давайте я вам водицу святую домой отдам, вы там все сами посвятите, а? А что, так можно? Конечно, вам можно. Так а что ж вы людям мозги-то компостируете? Ну стоите, держите. Конечно, ну все, спасибо вас. Ага, с праздником. Спасибо и вас, это вам презент. Можете расходиться по домам, до свидания. Спасибо. Батюшка, вы что, а мы? Вы им всю воду раздали, а нам как освятить-то? Послушайте, люди добрые. Да неужто непонятно вам, что не важно, сколько капель воды святой на тебя попало? Неважно даже, сколько дней ты пост держал. Важно, сколько любви в сердце твоем. И сколько ты этой любви даришь ближнему своему. О, вот что важно-то. Галя, ты мне место заняла. О, Света, ты где хоть? Ты Пасхи купила? Купила. О, батюшка, что ты стоишь, как истукан? Брызгай давай. Я сейчас всю эту семью кадилом пере... Тихо, батюшка! Да ты посмотри, да эти рожи! Вы чего приперлись-то?